Здравствуйте! Сегодня я предложу вашему вниманию интересный рецепт картофель с травами, чесноком, запеченный в духовке. Взяла 1,5 килограмма картофеля, очистила его и нарезала вот такими дольками. К картофелю добавлю 2 столовые ложки прованских трав. Можно взять по отдельности сушеный укроп, петрушку, чабер и так далее. 2 чайные ложки красной молотой паприки, чайную ложку сушеного чеснока, добавлю чайную ложку сверху соли и 6 столовых ложек растительного масла. Тщательно размешаю. Накрою картофель стрейч-пленкой и оставлю при комнатной температуре на минут 30. Картофель настоялся, я хорошо его перемешаю. Выложу на бумагу для выпечки. Распределю картофель таким образом, чтобы он был в один слой. Разогретую до 220 градусов духовку ставлю картофель на средний уровень и выпекаю 25-30 минут. Все зависит от сорта картофеля. Картофель получается с хрустящей корочкой, очень ароматный. При необходимости его можно разогреть, но лучше всего его кушать с пылу с жаром. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Желаю вам приятного аппетита!